Да. Нет, у меня, да. Ну, я, они же ничего не знали. У меня когда видеокамера, вот это слово. А Саша даже не знает. Нет, она себя уговаривает. Все нормально, все хорошо. А то они взяли, вот он мне взял свою колбасу, мне отдал. Галя, он говорит, что это говорит, пахнет так сделать, чтобы... Здравствуйте, а вы не пробовали колбасу? Я лучше сначала дома, потом понял. Вот она передо мной стоит, я посмотрю. Знаете, попробуйте, она на краба похожа. Все, ты крабов. Ну еще она сделала. Не, ну нет, так если что-то. Которая только что вылезла. А за это не стоит. Кишки короткие. Кишки тонкие. Разлинные. Из области короткие. Чему Алена хорошо сказала, кто еще? Алена молодец. После такой колбасы надо тост. Кстати, еще его, что ли? Да. Сам Борис, так много детей, что пусть они все... Сейчас Егор что-нибудь скажет. Почему? У меня же Саша есть. Это люди, у которых свой склад ума. А ты у нас теперь это... Егор, расскажи что-нибудь на лето. Нет, не у Егора, это мамин сынок. Так что, когда я таких чувственных историй рассказывать, как Алена. Ну, она журналист. Вот, но на самом деле... Даже тобой уже не занимались. Занимались. На самом деле у меня в детстве тоже было много вариантов, как бы, направления своих, не знаю, усилий там. Вообще пути, но и не лучших, скажем так. Но в итоге все получилось так, как надо, и в очень-очень большой степени благодаря тебе. За папу. Отлично. Это хорошо. Мудрое руководство. Я могу сказать одну вещь. Где-то, где-то он научился в 8 классе. Он мне говорит, а я еду в Финляндию на какой-то... Здрасте, в Болгарию! Или Болгарию, Болгарию на какой-то самой... Я помню. Олимпиаду. Олимпиаду. Программистов. Оказывается, он участвовал в каких-то конкурсах. А он и не знал. А папа не знает. Он там занял какое-то место победителем. Потом он получил какие-то дипломы там, по Москве, по МИФИ, там, вообще что-то такое. Не, на самом деле я была свидетелем того, как происходило воспитание, вот в Егоровске, я уже появилась тогда в семье, значит, происходило там, папа приходил домой. Я не знаю, Егор, как вот это вот, видимо, нет, оно что-то было, да? Это вот внешнее, то, что я видела. Егор приходил домой, папа приходил домой, смотрел на Егор, так, Егор, уроки сделал, иди спать. Так как раз мудрость воспитания была в том, что не было никаких жесткий, каких-то там давления не было. Оль, вот ты не поймешь, главное, что личность не задавливать, а дальше возьми, Ну ладно, это своя история. Но вот Александр Борисович, я его больше даже знаю, наверное, через своего ребенка. Когда Валера приезжал сюда и оставался тут у бабушки и дедушки, и потом возвращался домой, начинал мне рассказывать. Вот Александр Борисович такой спокойный, такой тихий, такой деликатный, вообще никогда в жизни не влезал вообще ни в чьи дела. Всегда у него все хорошо. Вот так вот хорошо, так тоже хорошо, неважно. Вот все хорошо, все замечательно. И вот Валера, когда приезжал домой, начинал мне рассказывать, сколько ему дед всего рассказал, как они ходили, смотрели на какие-то звезды. Он ему рассказал, там, про какое-то звездное небо, про какие-то там физические, химические, математические, биологические, я не знаю, какие-то законы. Под влиянием деда Валера занялся у нас раскопками, вообще там пол деревни прикопал, в поисках кладов, монет, я не знаю чего.
Нашел что-то? Я хочу сказать, что это тот человек, который как-то вот так ненавязчиво, на самом деле очень ненавязчиво, но настолько сильно повлиял вот, даже на Валерку, что я больше чем уверена, что вообще бабушки и дедушки вносят какой-то совершенно неоценимый вклад в воспитание своих внуков, мы это понимаем только потом. Но вот Александр Борисович, он все-таки, мне кажется, вот тот самый человек, который заложил в ребенке вот эту тягу к вот таким вот наукам, знаете, знаете, к чему-то. Ты не забывай про гены еще. Гены, само собой, гены-то у нас у всех есть. Правильный. И главное, в свое время, в правильное время, их как-то, понимаете, вот что-то развить, направить. Вот вы знаете, я вам честно могу сказать, я просто вам очень благодарна. Вот именно за этот вклад. Потому что все остальные, я могу сейчас про Галину Георгиевну начать говорить, вот какой она внесла в него вклад. Но это будет свой день. Вот это уже свой день. Не переживай, когда будет твой день рождения, будет все твои заслуги. Я действительно вам очень благодарна. Вообще за ваши отношения. А я помню, что и к нам, и Ольга меня тоже поддержит, наверное. И к вашим детям, и к вашим внукам. До самого последнего времени, как раз возникает какой-то вопрос, там, а как вот это вот звездочка называется? Можно папу спросить? Надо позвонить папе, спросить, я не знаю, вот, да. Знаете ли вы, но папа знает абсолютно все. Надо знать, это породил еще в детстве, как программа шла по телевизору, какие-то картины показывали, картины папа. Так-то называется, тот-то нарисовал, там-то висит, такой-то год. Все, музыка, что-то про музыку. Кроссворд мы отгадывали, в машине ехали. Какой-то вопрос про музыку такой заковыристый. Папа начинает петь. Он говорит, вот такой-то, 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 и даже это музыкальное сопровождение. Так он еще и поет. А, да. Вот оно что. Особенно хорошо давалась песня «Москва, Калуга, Лос-Анджелос». Подожди, а вот мы недавно ехали на дачу, в сторону ехали. Какую вы песню пели, Галина? На кассете. «Бэтл-бэтл-бэтл». Это еще вторая Москва Калуга. Но знает, правда, все. Да, это точно. Для, конечно, детей, не знаю, насколько вы этим воспользуетесь, но для внуков это вообще источник совершенно неоценимый. В общем, короче говоря, я перевожу этот тост за хорошего свекра, да, и хорошего дедушку. Да, потому что дети — это дети, когда говорят об этом еще. А в чем попустили все остальные? А нет, а я в них видела, просто у вас был перерыв такой небольшой. Я вот самое были раньше, да. И об отце. Об отце мы уже все, вот об отце мы все это так ясно все узнали. А сейчас все выяснили. А вот самое главное, что вот когда со стороны это говорят, ну дети — это понятно, это любовь такая. Причем, знаете, поверьте, совершенно искренне. Потому что это очень редкое явление. Когда вот есть внутреннее такое вот отношение хорошее, да. Что, Ильич, то, что дети говорят, это все закономерно. Природу не обманешь. Да. Я жив потихоньку. Так что за тост был за не только за папочку, а за свекра и за дедушку. Колбаски. Конечно. Колбаски. Я отцу не сказала. Мне бы только сказали. Ну а что, естественно, не надо было говорить? Я тоже есть колбаса. Нет, я колбасу съел, вот и слава. Она позвонила мне сегодня утром, да? Куда вот ты приехала? Так, тебе звонили полдесятого. Я приехала. А я приехала, тебе не рассказала. Вот так. Я, конечно, наверное... На самом деле, Лёха, и тебе не хотел бы. Не, ну как-то... А что, она бы обрадовалась? Я и рад, да? Она тут сидела нервничала. Ничего не нервничала, соли. Чувство юмора я оценил. Что такое, не могу. Ну, видеокамера. Всплыла. Что такое подозрительное что-то? В фирме об ангстреме, да, я, в общем-то, себя связываю с ангстремом и свое будущее тоже вижу при, ну, в этой фирме, да, то, в общем-то, где-то года три назад я понял, что вот то поколение, которое меня учило, а это вот, в общем-то, почти все здесь сидящие, вот, это, пока это поколение вот у нас есть на фирме, в общем-то, я себя чувствую уверенно. Я так думаю, что и фирма себя может чувствовать уверенно.
То есть ангстрем. Почему? Потому что есть люди, есть знания, есть опыт, и есть, в общем-то, то, что когда, допустим, ситуация изменится, допустим, ну, в России там, да, и когда молодые уже пойдут, молодые, которые без зеленых, есть те люди, которые вот, ну, могут передать, могут обучить и могут. Вот, и, в общем-то, я пересмотрел где-то года вот, 2-1.5 назад вот это, и я очень благодарен, во-первых, всем здесь вот сидящим, потому что, в общем-то, что я говорю, что уверенность в том, что вот ангстрем имеет потенциал, имеет знания, да, вот есть. И благодарен вам. Вам за что благодарен? И вы обеспечите прежде старость. Ну, это, об этом даже говорить не надо. Я считаю, что фирма тогда, фирма, когда люди, которые, скажем, положили свою жизнь на этой фирме, у них не должно быть ни сомнений, ничего в том, что будущее у них, как сказать, вот если есть фирма, то будущее у них. Вот, но я хотел бы сказать, что я благодарен, да, Александровичу, первое, это за формирование меня, как специалиста и как руководителя, это то, что вот раньше, то, что я утром пытался говорить. Не дали слова. Второе, это то, что Александрович все-таки нашел мужество и вот вернулся в тот коллектив, ну я считаю, вот в наш коллектив и так далее. И это, в общем-то, шаг, я считаю, в, ну как, ну это шаг был, Александрович. То есть, честно говоря, я с вами говорил-то много тогда, вот, но не был уверен, что вот как-то этот шаг будет. Тем не менее, шаг был сделан, я вам благодарен за это тоже. И вообще, вот пока вот, в смысле, вот то, что вы есть у нас на фирме, то, что вы есть у нас в подразделении, я считаю, что у нас вот, ну как, есть личность, есть главный специалист или есть вот тот человек, который вот эту фирму тащит, будет тащить, я думаю, что и в дальнейшем, мы еще много-много лет будем с вами работать. И те знания, тот опыт, и вообще-то те человеческие качества, которые, человеческие качества, это самое важное, что у вас есть. То есть они будут вот передаваться дальше следующим людям. И, короче, я вам очень благодарен и за вас, и за вашу семью, и вот за удачу. Ура! Спасибо большое! Ну, роды были тяжелые. Так вот, короче. Дорогуша-то моя, все, что сидела, молчал. Ну и что, дорогуша? Сейчас я его умою. Не могу. Нет, пусть помоется. Взять же, может, как-то доберешься. Завершайте. Да. Кого снимаете? Не знаю, что за это полет. Ой. Закрывайте. А видно будет тоже? Ну, видно. Выйди, ты смотри, выйди на свет. Дверь закройте. Давай всем здрасте. Ой, боже мой. Это что, это все смешно? Да. А знаешь, когда папа открыл дверь, так мы все так и Сашка говорит, это мы, вы. Папа такой открывает дверь, ну заходите, 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 потом, знаешь, заходите. А почему чернила? Мама налила воду, она чернила. Кто же тебе вопрос, что она приведет? Да, это что-то такое, нечто. Ну ты. Сам себе казался, я таким заклён, только не опался, а во всю зелёнь.
Иди, садись. А тарелка Сашка где? А вот, наверное, вот эти садись, Саша. Он уже не хочет. Нет, Саша, дай ему, дай ему. Я ему даю тарелку. Я теперь решил. Только присядь. Миш, у тебя есть тарелка? Домой берем. Ты это, меня вот не снимай. А я не снимаю. Вместе с вами сейчас. Нет, мне нравится, чем твой хор? Вот твой хор вечером будет работать. Так, а вы, ребята, как, чего? Домой уходите, хорошо. Нет, хорошо. Ребята, молодцы. Давай. Вот. Вообще, ну, мужчина-то живет, ну, для чего живет женщина, все знают, да, то есть понятно, и предназначение, ну, есть такое слово, есть функция, там, и так далее. Да, непонятно. Ну, вот, мужчина, мужчина, женщина непонятна. Нет, нет, мужчина, вот, у него несколько, как-то вот, иначе в жизни, в начале. Я кратко, я не буду долго говорить. Вот. То есть, в принципе, это у него что, вот, в начале жизни, уйти в работу, там, уйти, там, в политику, уйти, там, ну, много куда можно пойти, да. Я считаю, что мужчины делают ошибки, когда занимаются там чем-то там, геополитикой или вроде чем больше. Все-таки главное это в жизни, это семья, это дети и реализация мужчины и женщин, то есть вот отец и мать, да, то есть это через детей, это в детях и так далее. То есть это вот, ну, это уже следующее, да, мы потом следуем. Вот, и я бы хотел вот предложить выпить за детей, ну и внуков тоже, понятно, да. Но главное это то, что Александр Борисович, вот он всегда был мудр, он всегда был умен, он всегда был человек, который в жизни всегда знал, что нужно делать в любой момент времени. И он в этой жизни, вот как, вот что касается детей, я считаю, что вот здесь он очень мудр, очень грамотно и очень правильно сделал. Во-первых, жена великолепная. Дети великолепны. Количество то, что надо. То есть вообще-то этот человек, вот я считаю, что вот к 60 годам или кто, да, он вообще-то классно подошел. То есть я бы хотел вот за его детей, за его. Пора подвести тост. Саша, за вас пьют. Дети, за вас тост. Александр Борисович, за моих детей. Александр Борисович, жена, дети. За моих детей. Все хорошо. И после. Вы все-таки согласитесь, что самый большой успех нашего папы это мой. Вот это что сказали! Только что сказали! Это и был тост. Вот это был тост. А ты прям послушал и повторил. Она стала это независимое от чего? Вот что значит журналист. Да, это не журналист. Он пищевой. Да, съешь колбасный. Классно, такая колбаса. Нет, не испортит. Нет, все любят, знаешь, какую песню?
Пусть нету того свету, когда яма не осветет. Жалко, но оденься ты нормально, да. Веди себя хорошо. В смысле, хорошо, я имею в виду, свободно. Конечно. Здравствуйте другим мужикам. Здравствуйте, Юрий Викторович, здравствуйте, да. Тебе там. Вот мне это нравится. Тогда, хоть тогда по другим женщинам. А иначе я пойду по другим женщинам. Гарсенька, вот мне это нравится. Понимаешь, вот чтобы у женщины... Нет, вот Миша сказал, я поэтому спросил. Я могу говорить, что... Мне нравится, что я больна не вам. Мне понравилось, что потом уже... Мне нравится, что я... Вы больны не мною. Вот так все лето происходит, да? Так и дальше, дальше. Но никогда... Этот шар земной... Не разведет под нашими ногами. Мне нравится, что вы больны мной. Вообще, действительно, хорошая песня, но мы слово, вот смотрите, слово стоит. О, сейчас. Валерий, не снимайте меня. Нет, мне надо чистый, это, вон стакан там, или не порез. Пахал, я сейчас помою. Давай, я тебе помою. Давай, дай вино. Ой, телефон. Дети не спят. Дайте вот время. Ай! Я не знаю. Да ты что? Так поздно, наконец. Поищем. Или туфлю. Ага. Вот так делаешь.
Я видел, ты напротив меня сидела в обеих. Туфлю? Нет. Сейчас будем искать. Похоже, который Андрей ел. Да. Этот телефон здесь не работает. Я уж выпила. А что вообще, ребят, сядьте все. Егор, набери, там вот нажми на повтор. Да. Ты сам скажи, что нашли, потому что здесь не работает. Стоит 170 рублей килограмм. Мама, а что ты с ножа ешь, а? Что, дорого, что ли? Что-то вы как-то... Ну, очень дешево. Ольга ест из этой вилкой. Вино открыли? Вот это я боюсь пить. Нет, это не то. На. Такая вот коробка. Стоит, наверное, жуткие деньги. Они грязные. Кошмар. Мне, говорит, по одной цене были. Галь, ты же ел уже. Пенёшки на пепле. Видишь это? Я еще держала в руках эту ледянку, ледянки эти. Оль, тебе понравилось вот это Эмираты-то? Ой, мне очень понравилось. Он не очень спал, держал очень, его в руках, оказывается. А что там понравилось? Ну, тебе покажи ей хотя бы просто так посмотреть. Вот им вот нравится, но они не хотят уже наглость какая-то. Бабушка. Он испорил сам. Да здесь смотрели. Вот когда я... 100%. Каков? Здесь мы его смотрели. Ну, мы здесь смотрели, но они... Перемотай, посмотри.